Итак, едем, значит, аккуратно, никто не торопится. Так, здесь аккуратненько встанем. По нашим данным, сейчас человечек один должен проехать, а именно губернатор здесь. Пробили мы его, и у него очень много зарубежных счетов, там лежат бабосики, вот. И сегодня потребуем с него выкуп, вот как раз-таки он и проехал. Аккуратненько за ним выдвигаемся, лишнюю шумиху не наводим. Подъезжаем, аккуратно берем в квадрат, без лишних глаз увозим на маяк, после чего требуем с него выкуп. То есть дадим ему рацию, позвонить своему человечку, а дальше будет видно, как пойдут действия, но надеюсь, все будет отличненько. Мы уже едем, все в масках, все отлично, на трех геликах. Значит, опа, берем в квадрат, я сзади подъезжаю, закрываю его, все, ему уже точно никак не уехать. Быстренько выходим, без лишних движений, сразу берем, сажаем его в тачку и быстренько отсюда сваливаем. Так, значит, что? Я беру дробовик, после чего сейчас будем его выгонять из машины. Вот. Уже все на него нацелились, ему уже просто никуда не деться. Там какие-то люди столпились, нужно быстрее его сажать по машинам и уже отсюда увозить. Так, дробовичок надо взять быстренько. Так, 25, так, 3, все. Взял я, значит, дробовичок, отлично, давай, давай, выходи отсюда. Выходи, давай, давай, резче выходи, резче, давай. Тебе уже все равно никуда не деться. Ну, конечно, решил он поехать без охраны. Все как прям по нашим данным было сделано. Отлично, сажаем его в гелик и просто валим отсюда. Как можно быстрее, нам нужно отсюда свалить на маяк, а дальше уже будет проще. Дальше мы уже разберемся. Так, давай, 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 порезче, порезче. Все, сейчас уже его сажают, короче, в гелик. Отлично, уже сейчас будем выдвигаться. Аккуратно держим его на мушке. Не спускаем с глаз вообще. Все, присел наш человечек. Можно уже, я думаю, аккуратненько брать и выдвигаться. Так, все, давайте поехали. Аккуратненько. Я закрепляю этот конвой. Вроде ментов еще нету. Отлично, отлично. Доехать до маяка мы сможем без каких-либо проблем, я думаю. Потому что сообщить он не успел, рацию у него забрали. Все как бы, все как нужно. Так. Давайте я продолжу съемку, когда мы уже подъедем. Все, ребята, приехали. Мы, короче, вот у нас, значит, давай, давай. Давайте ему, короче, рацию. Пусть сообщает своим, что пора уже нам, как бы, бабосики привозить. Сегодня просто сорвем куш. Сегодня, да. Сегодня будет очень красиво сделано. Итак. Да, он поднял руки, сделал все правильно. Итак, я думаю, уже пора дать ему рацию. Да, вот как раз Патрик кидает ему рацию, он успел ее словить, судя по всему. И сейчас он будет просить выкуп. Конечно же, что это все было без лишних каких-то людей. То есть приедет только один человек и вручит нам выкуп. Вот, а пока что пусть сообщает что-то в рацию. Чтобы было все без каких-либо проблем, все было чисто, гладко, и чтобы мы спокойно смогли уехать. Если сегодня нас схватят, это будет просто жесть, это конец всему, и мы пошли с ребятами на очень рискованное дело. Ну, я надеюсь, что все пройдет отлично, на самом деле вот реально очень страшно, как и всем нашим членам команды. Реально, я не знаю, как это описать. Будут мусора, будет плохо, говорит Патрик, все верно. Все верно, мы его вольнем и все, а там уже уедем как-нибудь, я надеюсь. На трех геликах по лесам поедем. Но надеюсь, он не дурачок и не сообщит сейчас полицию, потому что ему реально будет очень плохо от этого. Столько человек держит его на мушке, что всех никак не снять нас. Ну, будем действовать нашему плану, берем деньги, ведем его, отдаем мусорам и уезжаем. Ну как отдаем? Мы его кидаем сами по геликам и быстренько уезжаем отсюда. Я надеюсь, нам дорогу там не перекроют, потому что если нам перекроют дорогу, то будет очень плохо прямо. Завели, короче, мы его в этот угол, чтобы он никуда не смог сейчас убежать. В общем, пустил слезу. О, ты что, ноешь, братан? Да ладно, не переживай, мы с тебя только бабосики возьмем, и ты останешься жить. Мы же не настолько прям бандосы, которые... не придерживаются своих планов. Поэтому все чистенько. Деньги отдаешь, ты живой, уходишь спокойно дальше набивать себе щеки.
Вот. И все будет как бы как надо. Поэтому давай-ка ты не ной. Итак, давай. Он позвонил, по сути, сейчас уже скоро должен подъехать человечек, мы уже должны с ними вести переговоры. Я надеюсь, все-таки приедет один человек без какой-либо засады, потому что пойдем только мы вдвоем с Патриком, вот, на переговоры с одним человеком, получается, проверять бабосики и так далее. Я буду стоять на шухере, а он будет брать чемодан, проверять деньги, пересчитает все как надо. Вот, сегодня сорвем с вами, ребята, куш, короче. Сегодня будет... Просто реально отжигал. Главное сейчас все сделать как нужно, без каких-либо проблем. Так, вот, надеваю, короче, масочку, потому что моя слетела. Итак, вот подъехал уже, короче, человечек у нас. Сейчас аккуратненько подхожу к ним, без каких-либо резких движений, просто аккуратненько посмотрю, что там да как происходит. Спрошу у Патрика, все ли деньги на месте. Ну и так постою на шухере, посмотрю, все ли там хорошо. Так. Приехал какой-то человек, тоже, судя по всему, из правительства. Я так понял, это заместитель губернатора. Ну вот сейчас спросим, все ли на месте. Что же нам ответит Патрик? Нормально. Ну, значит, все. Да, все на месте, отлично. Просто... Офигенно, деньги уже у нас. Сейчас самое главное не сглупить и все сделать вот прям вот как нужно. Так, сюда пришел еще один человек. Идите туда, он же там мало людей остается. Он на мушке должен быть под присмотром. Лады, давай, иди аккуратненько. Так. Ну, получается все, сейчас... Патрик все перекладывает к себе в сумочку, и мы просто валим отсюда, отдаем губернатора. Я надеюсь, никакой не будет засады, потому что мы сразу увольнем этого губернатора, без каких-либо вопросов. Надеюсь, все будет четенько. Так. Деньги он перекладывает, короче, к себе. Давай быстрее. У нас очень-очень мало времени. Все денежки сложили, я думаю, можно идти аккуратненько обратно. Ждем команды Патрика, он наш главный сегодня, поэтому слушаемся только его. Так, деньги в рюкзаке у него, отличненько. Все, топчик. Что же он нам скажет? Отойди лучше. Это он сказал, значит, тому... Из правительства мы, значит, уходим обратно, смотрим, как там обстановочка. Я надеюсь, что там все как нужно. Подальше он ему сказал отойти, потому что реально будет плохо. Сейчас лучше слушаться нас. Сейчас уже все в наших руках. Я надеюсь, нет засады. Так. Фух. Остается просто заключительный момент. Нам нужно сдать этого губернатора и быстро отсюда свалить. Хоть по лесам, хоть не по лесам. Главное уехать. Главное, что наших личностей никто не знает. Нас лица не видели. И все. На нас маски на всех. Поэтому все отлично. Пошел, ему говорит Патрик. Он аккуратно идет. Я его поторапливаю, потому что я уже просто весь на нервах. И сейчас нам нужно уже сдавать его, обратно. Предварительно нужно занять гелик. То есть, сейчас они все рассядутся по машинам, я буду держать его на прицеле, после чего быстренько отсюда уматываем. Если он хоть шаг сделает или дернется, я стреляю. У меня нервы сейчас реально просто. Я просто возьму и застрелю его. Поэтому в его случае лучше сейчас не дергаться вообще, а просто стоять на месте. Так, сейчас ребята подготовят гелики, после чего я сажусь и мы резко отсюда уезжаем. Пока что держу его на прицеле. Я сейчас в такой позиции, что меня просто нереально как-то выловить и так далее. Поэтому все идет не по плану ментов. Итак. Все, сейчас мне дадут команду. Мирон, садись. Все, я сажусь в машину, и мы просто валим отсюда. Просто валим. Быстрее. Едь. Давай. Фух, все. Деньги у нас. Отлично, менты, смотрите, сколько ментов, просто уезжаем отсюда, быстрее едем. Все, ребята,
это был конец. Если вам понравилось такое мероприятие, пишите еще об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Лайк не забудь поставить.